Останки советских бойцов обнаружили на местном кладбище, когда копали очередную могилу. Поисковики установили, что это братское захоронение. К моменту приезда нашей съемочной группы отряд обнаружил 5 погибших бойцов. Из личных вещей солдат были найдены фрагменты обмундирования, пуговицы от гимнастерок, на которых отчетливо виднелись звездочки и даже химический карандаш. Поисковикам удалось обнаружить также 2 немецкие пули. Возможно, именно они оборвали жизнь наших воинов. Планируем, сейчас пока сделаем временку, ну, временно их перезахороним до осени. А осенью здесь планируется в городе Солнечногорске проводиться вахта памяти. То есть съедутся на слет все поисковые отряды Московской области. И в конце этой вахты памяти эти красноармейцы будут перезахоронены в братской могиле деревни Тимонова. К концу дня поисковики нашли самое главное – пластмассовые пеналы с информацией, позволяющие идентифицировать личности бойцов. Все обнаруженные вещи отправят в один из музеев Солнечногорска. Прошедшая экспедиция – еще один вклад в увековечивание памяти о подвиге защитников Отечества.